Ходом одоймот, чамончикен мопу, а муче чай лолеп. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня в нашей передаче «Кто вы, Юкагиры?» гостит наша молодая звездочка, наша исполнительница Ирина Дускулова. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте. Доробочи. Доробочи. Ира, вот мы с тобой уже достаточно давно не встречались. Расскажи, пожалуйста, вот какие изменения произошли в твоей жизни? Ну, если считать за последний год, 2023, то у меня в моем творчестве произошел большой праздник, можно так сказать. У меня вышел первый мой альбом. Угу. Получается, этот альбом, он готовился на протяжении всей моей жизни, можно сказать, с моих школьных лет. Угу. Вот хочу продемонстрировать первый альбом, и туда вошли 22 песни на разных языках. Он именно на юкагирском, на якутском и на русском языках, и плюс вошли туда еще два моих клипа. А какие клипы? В 2011 году мы снимали клип в моем Верхнеколымском районе, в селе Нелимное, да, с Евгением Прокопьевым и Антоном Ивановым. Снимали клип на песню «Цветок у росы». Mm. И через, можно сказать, почти 10 лет, около 10-12 лет, да, прошло, и мы наконец сняли второй клип. В прошлом году, в августе месяце, прошел 7-й съезд юкагиров, и в рамках 7-го съезда юкагиров на празднике Шахаджибе мы сняли клип на песню Шахаджибе, посвященную именно вот празднику юкагиров. Ну, и я знаю, что уже где-то в конце года была презентация и клипа, и альбома даже. Да, 8 декабря в Театре коренных малочисленных народов Севера была презентация моего клипа и вот презентация альбома. И мы сделали вот альбом уже новый, современный формат. Раньше было на дисках, да, а в этот раз мы сделали на флешках. Это очень удобно, можно слушать в машине, в компьютере. Можно скачивать песни, вот, ну, очень удобный формат. И одно из главных таких преимуществ именно на этом диске – это герб моего родного Нелимного. Села Нелимное, да. Вот. Чтобы все знали, что я именно с юкагирского поселка, очень маленького, в котором проживают около 200 человек. Мы знаем ситуацию с юкагирским языком, особенно с нашим лесным языком. Фактически ситуация критическая, можно так сказать. Да? Носителей языка осталось меньше, чем пальцев на одной руке. А как вот удается тебе создавать или писать песни, или находить песни на родном вот юкагирском языке, вот на лесном юкагирском языке? Со школы стала писать стихи. Вот. И получается, я пишу стих про нашу природу или про, ну, про маму. Там, ну, и у меня есть тетя моя родная, она носитель языка, это Демина Любовь Николаевна, все ее очень хорошо знают, она поэтесса, и мы с ней очень тесно работаем, и все песни, все песни, которые у меня есть в моем альбоме, и в будущем все она переводит, переводом занимается она. А как музыка? Над музыкой иногда работаю я сама, да, или моя мама Дичкова Ирина Алексеевна, она является учителем, являлась учителем музыки, работала в школе в Нелимном и была руководителем песенного ансамбля Ерхадана, именно фольклорного, да. И вот какие-то мелодии она придумывает, какие-то мелодии я, и какие-то мелодии придумывает и сама Любовь Николаевна, да. Вот, допустим, песня «Шахаджибе»,
Вообще такой, такое интересное и спонтанное решение вот об этой песне. Получается, вот в прошлом году, повторюсь, был съезд юкагиров, и это было очень хорошим шансом, именно когда все юкагиры с нашей республики соберутся в одном месте, и можно снять клип. Эта идея мне пришла буквально за месяц до съезда, да, и я позвонила Любовь Николаевне, говорю: Любовь Николаевна, у нас будет съезд, как бы мы давно уже с весны к нему готовимся, и у меня такая идея, я хочу на этом съезде снять видеоклип, потому что как раз он будет охватывать и тундренных юкагиров, и лесных юкагиров, и поэтому это было вообще очень хорошей идеей. И получается, я ей позвонила и говорю: мне нужна песня, вот именно я хочу посвятить ее нашему общему празднику, вот Шахаджибе, национальному празднику. Она говорит: Ириша, у меня уже есть стих на эту песню. Я говорю: ну отлично. И она там буквально за один день написала мне мелодию, все перевела, сделала и русский текст, потому что эта песня идет и на юкагирском, и на русском тексте. Я отправила, получается, напела эту песню Антону Иванову, с кем я работаю уже очень давно, и он буквально тоже за несколько дней сделал фонограмму, мы ее записали, мне посоветовали очень хорошего видеографа, и он Иванов, мы с ним очень хорошо тоже поработали, он очень восхищен был тоже вот юкагирской культурой, юкагирской одеждой, вот, и поэтому мы с ним очень тесно работали, но мы, когда при съемке клипа, мы снимали его в день Шахаджибе, день праздника в Усть-Хатыни у нас тут в городе. И он говорит, хорошо было бы, вот и он, видеограф, говорит, хорошо было бы снять горы, леса, а мы понимаем, что к нам на Колыму ехать очень дорого, да, сложно, проблематично. И мы поехали сюда, рядом, в Тампонский район, в Хандыгу. Там очень красивые места, нашли красивый водопад и сняли там клип. И я надеюсь, зрителям очень понравилось, мне очень нравится, и мне кажется, получилось очень здорово. И все юкагиры вошли туда, в этот клип, и все... Получается очень красивая природа, и дети, взрослые, ну, я считаю, очень удачная работа. Thank you.
кожуга лондонік. Та лондонік митькин ми пул. Яхтанік, хим хай хай хай. Шаха джибе, хай бі спугай кейс. Лебє шорі лебєс, ніє аяк мере. Шаха джибе, хай бі спугай кейс. Лебє шорі лебєс, ніє аяк мере. Лебє шорі лебєс, ніє аяк мере. Как ты думаешь, есть ли будущее у нашего лесного юкагирского языка? Что нужно делать, чтобы это будущее, может быть, было и дальше? Я считаю, что у нас очень хорошие ученые, есть творческие люди, которые посвящают себя именно вот изучению национальной культуры. Есть школы, которые преподают язык вот в Нелевном и в Андрюшкино. Поэтому я как бы многие говорят, что язык уже вымер. Но я считаю, что пока есть люди, которые поддерживают, которые верят. Даже, допустим, моя мама, которая с детства прививала мне любовь к якугирскому языку, к творчеству, да, именно к музыкальной культуре. Поэтому я считаю, что наш язык будет процветать. И у меня есть еще младшие братья, у меня еще есть мои племянницы, поэтому мы им тоже шьем якугирские костюмы, прививаем язык. Вот, допустим, буквально в это время мы с моими младшими братьями работаем над озвучкой, над созданием якугирских мультфильмов. Угу. Поэтому я считаю, что пока мы есть, мы якугиры, наш язык будет процветать. Тем более сейчас очень много программ, которые поддерживают арктические районы, вот, языки коренных малочисленных народов. Поэтому я думаю, с большими усилиями мы можем этого добиться, да? Добиваться и дальше, да. Знали, но совсем недавно, можно сказать, переехала сюда. Но ты же видела там школьников, видела, знаешь, молодежь, вот твоих сверстников и так далее. Вот как, а как среди них вот это вот ощущение, или как сказать, чувство или желание вот, знать, сохранять язык есть? Ну, честно скажу, что как бы не у всех есть такое желание, но это очень популяризируется сейчас в наше время, и поэтому каждый человек это может привить себе, если ты являешься коренным малочисленным народом. Допустим, у меня знакомые, они вот, ну, в школьное время не интересовались им, зато сейчас уже они изучают что-то, откуда произошли, или культуру, там, музыкальную культуру. Поэтому я думаю, это все зависит от человека. Допустим, у меня в семье это прививалось с детства. Если у кого-то это не прививалось с детства, возможно, им и не интересно, но я не исключаю, что с возрастом, когда ты уже понимаешь, что насколько твои корни глубоко вросли в тот или иной коренной народ, уже с возрастом понимаешь, что у нас, допустим, есть долг, что мы как бы обязаны, и так нас мало сейчас якугиров, и мы обязаны поддерживать культуру. Вот если взять меня, то почему я решила петь и посвятить себя именно вот якугирской музыкальной культуре? Потому что я хочу, чтобы... Ну, я хочу в жизни вообще оставить след на будущее поколение, чтобы создавались какие-то театральные постановки, танцы под эти. И поэтому я... Ну, как бы у меня был в основном вот музыкальный альбом именно под фонограмму я пела, но в будущем я хочу уже петь какие-то аутентичные
песни. Вот буквально на днях мне сделали свой собственный бубен, поэтому я буду уже изучать какие-то горловые пения, пение птиц. Вот. И поэтому вот это все прививается и приходит уже, когда ты уже в таком осознанном возрасте, это уже приходит осознание. Поэтому вот, ну, я считаю, что каждый человек, он вправе решать, хочет mm-hmm. он продвигать или нет, но это будет большим плюсом, если мы все вместе будем продвигать нашу культуру. Вот ты сказала долг и так далее, а я тут вспомнил слова Спиридончика, когда я вот тоже с ним как-то обсуждал вопрос, да, вот говорил о том, что язык вот исчезает и так далее, а он как-то мне так, помнишь же, он все время шутил так и так далее, да, иногда так как-то немножко с улыбкой говорил, он тогда мне так сказал, о том, что, ну что ты, говорит, беспокоишься, у нас же айби, вот, ну не есть же поверье, что душа возвращается, да, и типа вот она все равно у нас у каждого есть, и эта память, душа, она все равно тебе напоминает, кто ты есть, что ты представитель какого-то народа. Вот ты в это веришь или нет? Да, верю. Веришь, да? Да, потому что, как мне говорят, что я даже чем взрослее, тем больше я похожа становлюсь на прабабушку, на бабушку, походкой угу. какими-то там. Все равно инкарнация, она существует, я считаю. Это бабушку Ирину, да, говорят? Или да, про бабушку Хосин? И про бабушку Ирину, в честь которой меня назвали, угу. и про Хосин бабушку. Поэтому я считаю, что реинкарнация, она существует. Вернемся к твоей творчеству. Да? Как ты относишься к тому, что вот твои уже песни, например, да, исполняют другие? И у нас уже такие вот примеры уже есть и так далее. Вот как ты думаешь, в Якутске, в Нелемном и так далее, вот твое отношение к этому? Ну, у меня отношение только положительное, потому что идет популяризация языка и популяризация моего творчества, поэтому я очень рада, и тем более у меня сейчас вот новые песни тоже вышли, uh-huh. и как бы я очень хочу, чтобы под них ставились какие-то танцы, постановки, чтобы как можно больше на устах звучали якугирские песни. Я почему это говорю? Я имею в виду не только вот ансамбль «Колымчанка», да, вот, например, мы видели, потому что девочка вот с Устьянского улуса, например, пела твою песню, mm-hmm. «Чахадан», да? Да. Кто-то из наших девочек уже из Нелемного тоже исполняет эти песни. И это, наверное, просто понятно, потому что песен на лесном юкагирском языке практически нету таких, грубо говоря, которые можно было бы так активно дальше вот воспринимать и петь и так далее. И вот в этом плане как раз ты, наверное, единственная исполнительница, которая вот исполняет эти песни. И я очень рад, что ты вот готова к тому, чтобы другие тоже это исполняли, могли использовать вот твое творчество, уже брать. Хотя, с одной стороны, я понимаю, ты совсем вроде молодая еще и так далее, но уже действительно у тебя уже есть свой багаж, которым ты готова делиться. А твое видение, вот мы уже говорили с тобой о проблеме языка, что нужно сделать в том же самом Нелемном, в нашей школе, в наших ансамблях, может быть, нам из Якутска, да, что надо сделать еще, чтобы язык все-таки сохранялся, жил? Вот особенно мне важно твое видение, знаешь почему? Потому что ты не только деятель культурный, да, но ты еще молодая, ты как бы с ними общаешься, с ребятами. И, может быть, мы, например, уже представители старшего поколения, может быть, что-то упускаем, чего-то не хватает. Ну, главная проблема в арктических районах – это интернет. Потому mm-hmm. что интернет сейчас это основное общение, основной ресурс с информацией. И мне кажется, если будет хороший вот, бесплатный интернет, потому что там очень дорого mm-hmm. именно с интернетом, и тогда люди могут больше информации скачивать для себя, могут какие-то песни скачать. Или, допустим, у нас вот в нашем районе есть театральная студия «Едол». У них постановки там 10 минут, 20 минут, и это очень проблематично даже в YouTube закачать эти видео, поэтому
Ну вот основная эта проблема, я считаю. И хорошо было бы нам создать вот прям приложение вот именно с какими-то переводчиками, с какими-то разговорниками, чтобы вот как Google переводчик же есть, вот, чтобы вот у нас тоже такое было. Вот именно чтобы взять, скачать и буквально вот нужно перевести какое-то слово, и вот пишешь по-русски, и там оно тебе переводит. И именно у людей должно, наверное, произойти какое-то, наверное, осознание того, что если ты являешься именно вот юкагиром, да, или какой-то национальности, да, коренной, то ты же можешь какую-то пользу принести. А вот я много разговариваю, да, вот особенно с языковыми активистами, связаны вот как раз, которые разговаривают по проблеме языка. И мы наоборот в большинстве своем говорим, что вот как раз интернет современный, да, он наоборот определенный вызов для нашего родного языка. Дети, чем больше вот в интернет погружаются, тем больше уходят от родного языка. А ты вот в чем видишь здесь вот именно, вот ты уже сказала какие-то рецепты, вот как противодействовать-то вот тому, чтобы наоборот, вот вдруг интернет сейчас хороший придет в Нелимном, и все, и тогда любые наши подтуги по сохранению якутского языка, вдруг они все развалятся. Ну, можно же создать и игры на якутском какие-то, вот буквально типа Angry Birds же есть, вот можно что-то создать с якутским уклоном, с изучением языка, буквально там несколько реплик говорит там какой-то персонаж. Вот, то есть больше контента, да, на якутском языке. Да, именно вот сейчас вот создаются мультфильмы, уже они вообще очень такие красочные, хорошие, да, интересные. Вот мы сейчас работаем, и поэтому я думаю, что это наоборот плюс. А то, что вы говорите, больше интернета, тут в Якутске тоже есть интернет, и все равно мои младшие братья, конечно, они играют, они там смотрят YouTube и разные видео и все такое, но и тем не менее они все-таки изучают язык, мы изучаем культуру, язык прививаем. Это все больше зависит, если если в семье это есть, то это будет. Если в семье этого нет, то, конечно, ребенок не будет интересоваться. Поэтому это все, это большой долг у родителей, которые должны сами прививать, осознать и прививать язык своим детям. Ну, я очень рад. Вот я услышал, что ты участвуешь сейчас вот в создании мультфильма, озвучки его и так далее, привлекаешь своих братьев и так далее. То есть ты не замыкаешься только лишь вот на такой своей творческой деятельности, вот в этом деле сохранения языка. Это, дальше все это продвигается. И хотел бы пожелать тебе успеха в этом направлении в дальнейшем. Уважаемые Спасибо. Друзья, сегодня у нас гостила наша Ирина Дускулова, юкагирская этнопевица, исполнительница. И я думаю, со временем это будет еще и деятель, который делает очень много для сохранения, развития юкагирского языка и культуры. Уважаемые друзья, до новых встреч. Илисимет Мале.